Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Часто и густо приходится использовать вот такие вот нитки, бухту. Ну, для чего-нибудь. То ли в саду, ли в огороде, то ли вот как, например, у меня. Я вот буду вот такой вот базальтовой ватой утеплять вот этот потолок. Вот эти пространства буду закладывать. И мне необходимо степлером, квадратно-гнездовым методом вот здесь их натягивать, чтобы ложить потом их сверху. В перспективе здесь будет профиля и гипсокартон. Часто и густо получается так, что вот она падает, путается. Ну, получается неприятности какие-то. Вот буквально на ходу подобрал такую вот баночку. Здесь какое-то моющее было. Две дырочки, две петли и вот такую вот шлею. Для того, чтобы где-то можно повесить ее было. Да хотя бы даже и на шею. И вот беру вот такую вот бухточку, кидаю ее сюда. Находим хвостик, где он у нее. В крышке вот элементарно дырочка. Вот сюда ее закрыли. И спокойно работаем. Вот она выходит. Сколько надо, сделали ему харакири. И работаем дальше. Так что, ребят, может кому-то что-то и подсказал, пригодится. Критикуйте. Всего доброго. До встречи. Пока.